как же я это терпеть не могу? Тут даже эмбиента никакого нету. Ну куда вот мы идем? Мне сейчас жопа отвалится. Вы со мной? Вы со мной, чат? Чат, вы со мной? Ну там вот такое помещение, что там со всех сторон тебя за жопу могут схватить. Господи, тут еще вот так вот все, ну не надо. Мне плохо, мне плохо, мне плохо, чат, мне плохо. Мы с тобой. Делаю, как вы попросили. Стреляю во все, что движется. Это была аномалия, но неважно. Выходи по одному. О нет, там... Мама, я не хочу умирать, карта не работает, карта не работает, карта не работает. Где он? Да где он? Как он меня достал-то? На лестнице аномалия. О, я не знаю, как я отсюда. Выходить буду. Вот здесь. Охренеть, бас бустит. Что за дробаш? Ой, убитый капец. Ну, наверное, можно с ним попробовать. мимо куснул. В смысле? Я чуть сама не убилась. А ему хоть бы хрен. Его еще попробую убить. Тут мигает свет. Моя любимая. Тут недолго портки стирать. Они, вы видели? Красную площадь к московскому легко шел за москворецкий отряд двинцев под командованием товарища Сурмова. На Красной площади дорогу двинцам перегородили юнкера. К Сапунову подошел полковник и грубо спросил: «Куда идете?» Московский совет ответил Сапунов. Полковник, не говоря ни слова, выхватил наган и убил Сапунова на повал. Что происходит-то? Какие-то байки мне в ухо травят. Что за хрень вообще? Лампочки лопаются, когда я захожу. Козлины, блин. Причем не скажу, что какая же классная локация. Вау, вот бы еще часов 10 в ней провести. Вау, блин. Офигенная локация просто. Темно как в жопе, блин. Враги спавнятся в жопе, блин. Аномалии трахают, блин. Контролеры трахают. Снорки трахают. Исчезающий холодильник.
Мне уже страшно. Это влияние пси-излучения? Господи, страшные вещи. F5. А может, ходили? А, вот лестница. Что происходит? Опа. Неизвестный. Чел там стоит, вроде. Он хотел. Надеюсь, жепу готовить не надо было. Так, он, по-моему, вот в этом углу стоит, да? Тут где-то. Вот он. Что-то хотел. Ты что пришел? Не хочешь немного подзаработать? Работать ртом придется, чиках. Хочу посмотреть, куда он пойдет. Опа. Есть документы? Нету. Тут для обосраться. Ну игра, все равно слушаем лозунги. Шутки шутками, а я вот действительно уже думаю, может действительно в туалет сходить. Все хорошо. Все очень хорошо. Все вообще. О, как же все хорошо. Ну че, черт, сходила я. Нашел все документы. Прекрасный молодой человек. 6000 рублей. Получен предмет клетка. Какая клетка? Клетка чего? Моей разорванной жопы. 6000 рублей. Страшно, мы не знаем, что это такое, если мы знаем, что это такое. Да, да, так и было сегодня. Сегодня так и было. Аж пришлось сходить покакать во время стрима, настолько было страшно. Если вы не можете покакать, поиграйте в сталкера, да.